В день всех влюбленных добро пожаловать на каток. Необычно провести праздник предлагает администрация города. Выход на лед бесплатный. В пятницу сразу 72 ледовые площадки готовы встретить и развлекать горожан. В день Святого Валентина вечер на коньках проводится впервые. Центральными площадками станут стадионы «Динамо» и «Оренбург», а также хоккейные корты по адресу улица Салмышская, 58/2 и в парке на улице Культурной. В этот раз мороз не станет помехой, это обещают синоптики. По предварительным прогнозам, для всех влюбленных будет самая комфортная погода – 6-8 градусов мороза и легкий снежок. И еще о спорте. Оренбург может стать городом чемпионата мира по баскетболу. В Российскую Федерацию баскетбола поступило официальное сообщение о том, что именно в России в 2015 году пройдет чемпионат среди девушек до 19 лет. За право их проведения борются три города – Санкт-Петербург, Казань и Оренбург. Решение будет принято до конца марта.